Так, дорогие друзья, позвольте мне осветить наш опыт, как и попытка лечения довольно такого сложного контингента больных. Это диссеминированные формы сарком мягких тканей конечностей. Это касается тех пациентов, у которых были проведены все методы, которые традиционные методы, это имеется в виду и химиотерапия, лучевая терапия, и пациенты практически ампутанты. И вот наш опыт. Значит, это куда надо нажимать? Стрелкой, да? Или... А, вот, вот, извиняюсь. Изолированная химиотерапевтическая перфузия с гипертермией – это метод временной изоляции пораженного органа с осуществлением в его пределах искусственного кровообращения, проведением химиотерапии с гипертермией. Изолируемыми органами могут быть конечности верхние и нижние, также легкие, печень и область таза. Здесь наш доклад как раз касается только конечностей, так как у нас в Москве-онкологическом центре другого опыта в настоящее время нет. Здесь представлена карта центров перфузии, основными мировыми лидерами перфузионной как раз перфузионного лечения является Париж, Антверпен и в Нидерландах Сан-Антониус госпиталь. Да, кстати, здесь на карте указаны вот этими синими кружочками те места, где применяется тумор-некроз-фактор в комбинации с мефаланом, а желтыми как раз кружочками представлены те центры, это в основном Соединенные Штаты, Австралия, страны Восточной Европы, и в том числе Москва и Питер, которые применение тумор-некроза-фактора в настоящее время не разрешено. Здесь маленький такой литературный обзор по применению различных вариантов химиопрепаратов при применении изолированной регионарной перфузии. И как мы видим, есть варианты, когда мефалан в комбинации с разными другими лекарствами, либо один мефалан, либо в основном монорежимы, и следующий режим – это мефалан с ТНФом. Но как мы видим, здесь имеется довольно такая внушительная разница в результатах применения. Если при монорежиме мефаланом, либо различными другими препаратами, типа доксорубицина, либо актиномицина, там где-то не превышает 6-7%. У нас 30 исследований в монорежиме мефаланом. Это было 10%, что составляло трое больных из 30. И причем сохранность конечности была достигнута 76,5%. И единственный как раз опыт применения ТНФ, это когда мы старались сертифицировать, и единственный раз нам было разрешено проведение мефалана в комбинации с ТНФ при проведении изолированной регионарной перфузии. И дальше покажу эти все результаты. Здесь схема перфузии конечности, схематично это выглядит таким образом. Здесь включена в этот контур конечность, оксигенатор, перфузионный насос, контрольные датчики давления, температуры и оксигенации. И все это здесь схематически представлено. Ну, это как бы сертифицированная команда, которая нужна для того, чтобы было разрешение применения изолированной регионарной перфузии. Здесь это должны быть вот эти как раз специалисты и вот этот сертификат, который был получен в Москве. Тогда приезжала команда, которая выдавала вот этот сертификат, и которая позволяет при наличии ТНФ в онкологическом центре в Москве проводить изолированную регионарную перфузию с применением ТНФ. Этап изолированной регионарной перфузии – это хирургический этап формирования замкнутого контура и задание режимов работы АИК. И самое главное то, что этот замкнутый контур должен быть очень узкий, маленький, для чего? Чтобы было более адекватное лечение пациента. Начало постоянного контроля сброса изолированного регионального региона в системный кровоток с помощью радиоактивной метки. Это значит, в течение всей изолированной регионарной перфузии проводится онлайн-мониторинг заброса препарата, возможности заброса препарата в общий системный кровоток. Перфузия химиопрепаратами с умеренной гипертермией и отмывание конечностей – это завершающий хирургический этап с восстановлением целостности сосудов.
Ну, это хирургический этап, схематически выглядит таким образом. Техника уровня перфузии в зависимости от максимального распространения опухолевых узлов. Это может быть при верхней конечности либо подмышечный уровень, либо плечевой уровень. А в нижней конечности это три уровня: наружный подвздошный уровень, общий бедренный уровень и бедренно-подколенный уровень. Ну, к слову, вот если так, просто я не могу здесь найти как красное. А, вот. Значит, если, допустим, ну, опять же, если уровень, допустим, на ноге, на голени, предпочтительно проводить бедренно-подколенный уровень. Если близко к паховой складке, где-то в районе паховой складки, тогда, конечно, наружный подвздошный уровень, и так аналогично по другим ситуациям. Здесь радиологический контроль, который вот представляется таким образом. Здесь, значит, аппаратура. Ну, это схематическая как раз картина. Непрерывный контроль сброса и замкнутого контура в системный кровоток происходит с использованием радиоактивной метки. Здесь представлена аппаратура, которая как раз фиксирует возможный сброс препарата. Здесь это все получаем мы на мониторе. И таким образом ежесекундно можно сказать, что вот прямо онлайн получаем, какой результат заброса препарата, есть или нет заброса препарата. Ну, это то, что во время получаем картинку, есть или нет сброс. Ну, в наших случаях, я не скажу, что это было первые три случая, это где-то уже 8-10, когда мы получали сброс препарата не более 1%. Это так выглядит на самом мониторе. Значит, применяемые препараты, которые применяются в настоящее время, это мелфолан, в зависимости от нижней или верхней конечности различные дозировки, и время перфузии занимает 60 минут. И гипертермический режим 39-40 градусов, и препарат альфа, туморный некрозфактор, это фактор некроза опухоли, который тоже вводится, он до мелфолана, 1-4 миллиграмма в зависимости от верхней или нижней конечности. И перфузия занимает тоже 90 минут. Значит, сперва вводится значит, ТНФ, а после этого вводится мелфолан. По зависимости от верхней конечности или нижней конечности различных дозировок. В конце процедуры значит, происходит это все собирание в резервуар вот этой крови, и в изолированный контур не меняя скорости перфузии добавляется раствор для отмывания в объеме 3-6 литров для нижней конечности и 1-2 литра для верхней конечности приблизительно. Это опять же в зависимости, как шла перфузия. Длительность этапа отмывания в среднем от 10 до 20 минут. Значит, целью исследования у нас была, ну, как бы изучить и улучшить результаты лечения пациентов с местно распространенными формами саркома мягких тканей за счет применения изолированной перфузии. Здесь вопрос идет не только о жизни, а о комфортности дальнейшей жизни больного, как бы сохранения конечности. Внедрение методика изолированной химиотерапевтической перфузии с гипертермией, и мы старались оценить переносимость, токсичность данного метода лечения. Конечно, мы планировали это с применением ТНФ, но вышло по жизни, что мы только мелфоланом и занимаемся, но несмотря на это, хотели показать наш опыт применения мелфолана и как это все работает. И в это же время всегда применяли онлайн-мониторинг. Это для того, чтобы, как бы, можно сказать, что не для того, что что-то такое особое могло случиться при применении мелфолана в монорежиме, как при ТНФ. Но в это же время мы как бы улучшали хирургическую тактику, чтобы вообще приблизить заброс, ближе к нулю подвести в системный кровоток. Значит, критерии включения пациента в протокол лечения – это гистологическое подтверждение наличия злокачественной опухоли, местная распространенность опухоли, единичные множественные рецидивные узлы, низкая эффективность или полное отсутствие ответа на лекарственную лучевую терапию, отказ больного от калечащей операции и удовлетворение соматической ситуации, отсутствие отдаленных метастазов. Значит, что сделали? У нас, мы создали, как бы, одна была ретроспективная, а другая была проспективная группа.
Это те больные, которые местно распространенной формой саркома мягких тканей, где применялась изолированная регионарная перфузия, 31 пациент. И мы сравнили ретроспективно 36 пациентами, которых при аналогичной ситуации применялась ампутация. А здесь попытка изолированной перфузии у больных ампутантов. Значит, сарком мягких тканей, где применялась изолированная регионарная перфузия, здесь разбивка их, как они распределялись, в основном это было свыше 50 лет, ну, основная такая масса пациентов, превалировали женщины, в основном нижние конечности, и здесь у нас картина, какие пациенты были. Это в основном были синовиальная саркома, плеоморфная саркома, липосаркома. И попытка была еще ангиосаркома, два случая, саркома Капоши. По локализации, то есть по, и больные тоже распределялись, которые были, имели рецидив с мягкими метастазами мягких тканей, только локальный рецидив, либо всего лишь транзиторные метастазы мягких тканей. А здесь группа больных с сарком мягких тканей, которые проходили лечение без изолированной регионарной перфузии, которым была проведена ампутация. Здесь тоже, как в основном превалирует синовиальная саркома, злокачественно-фиброзная гистиоцитома, нижней конечности, в основном локализация была, и женщины, мужчины, мужчины приблизительно распределились одинаково, возрастной интервал тоже свыше 40 лет. Здесь мы представили шкала локальной токсичности в эмбертинку, ну, как бы 5 степеней со своей характеристикой. И то, что мы получили, что токсичная, локальная токсичность при нашем случае, так как мы имели онлайн-мониторинг, поэтому мы получили всего лишь первая стадия 21 пациент, ну это небольшой процент, в основном все они это имели, и в 9 случаях мы имели вторую степень, которая она само без лечения проходила. Только в одном случае мы получили пятую степень, которая как раз не позволила нам консервативно пациента излечить, и пациент нуждался в ампутации конечности. Кстати, спустя 2 месяца. Ну, здесь системные побочные эффекты, которые возможны. Здесь представлены наши данные, которые мы получили. В основном это была анемия, правда, в незначительных цифрах, которая также консервативно все довольно быстро нивелировалась. Причины, которые вызывали вот это все, и которые тоже решалось в основном консервативным путем. Системная токсичность у нас была первой и второй степени 15%, но это довольно такой низкий показатель, который, опять же, как раз благодаря нашему онлайн-мониторингу мы достигли того, что у нас свыше второй степени ни разу не было системной токсичности по шкале СТС. Здесь наши результаты. Ну, средний возраст указан. И сарком мягких тканей 31 случай. Значит, количество больных было 31. Полный ответ мы получили в 3 случаях. Это 2 больные были с ангиосаркомой, 1 с саркомой мягкой ткани, рецидивной сарком мягкой ткани, липосаркома. Частичный ответ 73%, стабилизация либо прогрессирование в 17%. И сохранение, конечно, таким образом мы достигли 76,5%, что соответствует мировым данным. Но здесь рецидивы возникли у 5 больных, это после применения изолированной регионарной перфузии от 6 до 12 месяцев. Средний срок наблюдения 19,5 месяцев, медиана 12 месяцев. Ну, здесь я хочу сказать, что 5 больных тогда, но и 5 больных метастазы, но здесь у 2 больных и рецидивы, и метастазы появились. Значит, здесь показано метастазы выявления больных у 16% срока от 5 до 10 месяцев. У всех 3 пациентов метастазы появились легких. И средний срок наблюдения без метастатической выживаемости составил 19 месяцев. Значит, у пациентов таким образом прогрессирование общее у 8 больных это 28, ну, приблизительно 29%. И средний срок наблюдения выживаемости 24 месяца.
Здесь, значит, попытка сравнения общей четырехлетней выживаемости больных с местно распространенными саркомами мягких тканей при изолированной региональной перфузии. Вот. И как мы видим, как ни странно, но это может быть за малые числа наблюдения, поэтому без изолированной региональной перфузии выживаемость больных, значит, ниже статистически достоверно, чем у больных, которым применялась изолированная региональная перфузия. Здесь показано тоже уже в табличном виде общая четырехлетняя выживаемость у больной после изолированной перфузии 68%, а там, где только ампутация была, 55%. Сохранность конечности при этом достигала при изолированной региональной перфузии 76,5%. Но здесь степень лекарственного патоморфоза, который мы достигли при применении перфузии, значит, 50% пациентов отмечался патоморфоз второй степени. Потому что я, извините, тут какая ситуация, то, что все больные были оперированы саркомой мягких тканей, кроме трех больных, ангиосаркомы 2 и капоши 1. Вот. И, значит, из всех остатков вот этих больных 50% была всего лишь вторая степень, и 5% обратились из них второй степени от 6 до 12 месяцев. У 13 больных 46% отмечался патоморфоз третьей степени. Лишь у 1% пациента отмечался патоморфоз четвертой степени, все это касалось липосаркомы. Здесь мы попытались как бы по уже диагнозу, как бы по больным, поделить, как это все выходило. У синовиальной саркомы, которые больные синовиальной саркомы, 60% было после перфузии. И после, точнее, перфузия, и потом операция, получили результат, такую разбивку. Третья степень у нас при синовиальной саркоме составила 40%. Значит, при липосаркоме 80% мы получили самый такой высокий как бы эффект лечения. Это третья степень лечебного патоморфоза. И в одном случае 20%. Это четвертая степень лечебного патоморфоза. Ну, миксофибросаркома как бы результат особо нам не показал. Лейбенсаркома в трех случаях. И вот ангиосаркома, которая указана, и саркома капоши, просто они консервативно проходили. То есть изолированная региональная перфузия была. Операция потом не проводилась, но все то, что я говорю, что полный регресс наступил, это клиническое наблюдение. Пациенты по сей день находятся в клинической ремиссии. Гистологические подтипы. Значит, у четырех пациентов, у которых гистологический подтип был G1, степень лекарственного патоморфоза мы получили второй. При G2 это было количество 6 больных, 60%. При G3 мы получили как раз лекарственный патоморфоз третьей степени 64,5%. Ну, как показал наш опыт, при высокой степени гистологического подтипа G3, как бы химиотерапия при применении, я опять говорю, что в основном применялся только монорежим метфола, как раз получил, вот тот, дал вот этот результат, что третья степень лечебного патоморфоза. Здесь клинические случаи, медомиксоидная липосаркома, как раз единственный тот случай липосаркомы, когда получили полный регресс, спустя где-то 12 месяцев у больной был какой-то узел диагностирован, который мы оперировали, но опухоль не была обнаружена, так как больной там многоузловой рецидив был, получили шовный материал. Здесь единственный пациент, опять же, липосаркома мягких тканей правой голени, когда мы проводили единственный раз ТНФ, мы получили уменьшение размеров опухоли на 40%, ну, вот было вот этих размеров, через 6 недель мы оценили, потом оперировали и получили третью степень лечебного патоморфоза. Здесь тоже один случай, множественные мелкие очаги, это наш сотрудник, значит, через 2 недели очаги уже не проявлялись, и вот 30 месяцев больная находится вот в таком состоянии, без проявления болезни. Это я просто один случай представил, ну, может, кому-то интересно, так выглядит саркома капоши с такими гиперпигментированными узелковыми образованиями.
ну, довольно такое образование там специфичное к категории больных, которые, ну, ВИЧ-инфекция, и 40-60% больных наблюдается как раз саркома Капаши. Здесь, там, где применяли при саркоме Капаши изолированную перфузию, здесь австралийский опыт, где ТНФ с мерфоланом. И, то есть израильский первый был опыт, это австралийский опыт, здесь чистый только монорежим мерфолан. И вот мы получили то, что было до перфузии с множественными пигментными узловыми образованиями мягких тканей. Через спустя 2 месяца это получили, ну, частичный регресс. Почему? Потому что узловые образования не определяются, а пигментация, она стала более светлой и уменьшилась. Здесь социальный слесарь, он как раз занимался лечением этого пациента, мы вместе оценивали этого пациента, и спустя 2 месяца мы получили частичный регресс, и за больным все еще наблюдаем. Ну, больной сам тоже отмечает как раз отсутствие узловых образований, как и ультразвуком это все доказано, и уменьшение четкости гиперпигментированных участков. Ну, практическую значимость данного исследования заключается в том, что с целью улучшения результатов и качества жизни больных с сарком мягких тканей при местно распространенных формах может быть использована процедура изолированной перфузии конечности препаратов мерфолан, протекающих в условиях гипертермии. Но опять я хочу оговориться, то, что ну, несмотря на то, что у нас нет ТНФ, мы все равно стараемся изучать этот опыт, изучать, каким больным больше применимо вот этот, при отсутствии ТНФ применимо монорежим препарата мелфолан, и надежды того, что в конце концов появятся какие-то новые химиопрепараты, которые позволят при уже налаженной хирургической технике перфузии гипертермии проводить лечение данным вот этому сложному контингенту больных. Ну, в заключении можно сказать, что это внедрен в клиническую практику вот этот метод онлайн-мониторинга, который позволил вообще снизить уровень системной токсичности. И как бы таким образом у нас есть возможность более агрессивно проводить лечение у вот этих больных, проводить очень высокие дозы в 10-кратном размере, превышающие допустимые дозы системной терапии. И это все можно, ну вот, использовать только в федеральных онкологических центрах Российской Федерации, что и в настоящее время используется только в Институте Петрова Георгиевича Гафтона, клинике Георгиевича Гафтона, и у нас в онкологическом центре. И вот как бы мы работаем вместе, как бы идем нога в ногу. И перспективы развития метода, так и они пока еще остаются, это перфузия легкого, перфузия малого таза, перфузия печени и перфузия конечности при саркомах кости, которую мы сейчас уже начали применять. И, ну, сейчас последние данные как раз о появлении новых химиотерапевтических агентов, которые, надеюсь, что в конце концов удастся их заполучить и таким образом улучшить наши результаты лечения как сарком мягких тканей, так и здесь не касается как этого доклада, распространенных меланом конечностей. Но я так на словах хочу сказать, если, допустим, при меланоме такие, при саркоме мягких тканей такие результаты, применение меланомы до 49% мы получаем полный регресс опухоли. Ну, здесь можно сказать, что мерфолан действительно в монорежиме занял свое достойное место в лечении. Но пока что в саркомах мягких тканей наши попытки, наш опыт и просто показать, что к чему так идет. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Тимур Аскабаевич, у меня вопрос такой. В Австралии очень активно пропагандируется такая методика, как изолированная перфузия. Инфузия, простите, инфузия, да. В связи с этим, ну, конечно, эта методика больше подходит, наверное, к меланоме, но вместе с этим прерогатива такая, что, конечно, изолированная перфузия достигается одномоментно, да, наоборот, инфузия требуется многоцикловой такой подход.
ваше отношение к этой методике и имеет ли она право на жизнь, потому что ввиду того, что это более доступная методика для других клиник, которые не имеют оснащения для выполнения перфузии. Вы знаете, я могу сказать об одном, то что применение изолированной инфузии, ну, все-таки это более не под, ну, инфузия это более не подконтрольно, там вы сами понимаете, что то, что достигается скорость подачи препарата при перфузии, он не может быть при инфузии, потому что там диаметры тех катетеров, которые в это время применяются, они разные. Ну, я считаю, что, ну, понимаете, у нас как бы опыт инфузии нет в онкологическом центре. Есть применяются инфузии, и причем инфузии применяются в основном, применялись при таких лекарствах, как цисплатин и мелфолан. Но там уменьшалась дозировка мелфолана, потому что при больших дозах мелфолана возможны очень много осложнений, если нет контроля сброса этого препарата в системный кровоток. Но она допускается. Но в это время эта дозировка мелфолана уменьшается. Если ТНФ, его проводить нельзя, инфузия, если существует ТНФ. Но мы шли по этому пути. Почему? Потому что всегда все-таки надежда была, что этот ТНФ в конце концов появится. Дозировку наращивали мелфолана. Если мелфолан, допустим, 5-6 раз превышающий системный подход, ну, системное введение лекарства, ну, выполнялось где-то там, где мониторинг сложно было проводить, мы его доводили до 10-12 раз в 12-кратном увеличении. Таким образом, вот как раз доза эффект у нас была возможность увеличить дозировку, потому что мы могли контролировать сброс его через системный кровоток, какой сброс. Так как вы понимаете, что чем выше сброс, тем больше как локальные, так и системные осложнения. Мы это сконтролировали, и отсутствие лекарства ТНФ мы как бы компенсировали увеличением дозировки цитотоксического препарата мелфолана. Ну, если дозировка ниже, она возможна при инфузии. Вот это я хочу сказать. Если мы стараемся увеличить дозоэффект, то в том случае все-таки я считаю, что необходим мониторинг, необходима определенная скорость подведения этого лекарства в системный кровоток по кругу кровообращения, и тогда все-таки открытая перфузия. Но для перфузии нижних конечностей именно как бы характерным является ТНФ-альфа, который, наверное, ключевое значение имеет для перфузии. Мы с Георгием Ивановичем, наверное, с 2005-го ждем тоже ТНФ-альфа, да, уже прошло 12 лет. Перспектив, то, что он в ближайшее время более широко появится у нас, их нет. Может быть, вот тоже отношение, может быть, стоит ставить перед отечественными фирмами как-то какие-то вопросы? Уже есть аналоги, да, но насколько, да. Да, но что касается сейчас Рефлона, мы как раз беседовали с представителем этой фирмы, Рефлоном долго обсуждали с Георгием Ивановичем этот вопрос, он тоже, если здесь, он тоже прокомментирует, потому что Рефлон в своей аннотации и по разрешению мы не имеем права внутривенного введения, так как он предназначен для подкожного введения данного больного. Значит, что касается, ну, как бы нам не разрешено введение этого лекарства, так как мы не имеем никакого юридического права уходить от того назначения, разрешения фармакомитета, который имеется по Рефлону. Мы связывались с этими представителями Рефлона, которые сказали, что они не могут разрешить применение Рефлона на людях, так как у них нет опыта. Что касается альфа-ТНФ, то мы опять же беседовали с представителями, которые могли бы поставить это в том случае, если количество больных, которые в год превышало бы 100 человек. Опять же, Георгий Иванович, мы об этом говорили, там необходимо как минимум 5-6 центров, которые могли бы работать в этом направлении. Но пока что как-то не удается, кроме двух центров, заниматься вот этой как раз проблемой. Если было 5-6 центров, у них появился бы стимул для того, чтобы пробивать данное лекарство на российский рынок. Спасибо большое. Есть ли у кого-то вопросы? Да, Георгий Иванович. Тимур Кабаевич, спасибо.
У меня вопрос такой, мы обсуждали его, но задам его еще раз. Как вы смотрите на том для повторных перфузий? И, да, и через какой срок? Абсолютно. Значит, повторную перфузию мы также, ну, допустим, мы пытались каким образом? Мы наблюдали за больным. Если в течение 2 месяцев у больного не было, ну, были еще, продолжался тот эффект, который мы контролировали ультразвуком, либо магнитной томографией, в зависимости от, ну, какой метод в данный момент необходим был. Если мы видели остановку, ну, был эффект или не был эффект, мы пытались проводить второй раз изолированную регионарную перфузию, и порой мы достигали, просто я здесь не показал, это получилось у меня на меламомах, чем на саркомах, на мягких тканях. Почему? Что смысл изолированной перфузии, когда мы видим какой-то положительный эффект, либо частичное регрессирование, либо как-то видим, что это в основном касалось меланом, потому что мы саркомных тканей оперировали после проведения перфузии, а меланомы нет. Меланомы мы как-то лечим, изолированной перфузией, и все. Если мы видели, что мы получаем эффект, в том случае, и остановился какой-то момент, мы спустя 2 месяца проводили повторную перфузию. У нас есть 4 больных на меланомы. И еще вопрос. Вопрос борьбы с осложнением. Одним из осложнений после перфузии – это снижение уровня гемоглобина. Понятно, потому что все, весь перфузат, который есть, он выливается, то есть из системного кровотока убирается та кровь, которую мы перфузировали. Как вы с этим боретесь? Значит, предварительно перед операцией происходил сброс кровотока, ну, кровь собиралась в резервуар. Это было применение своей крови, которая до операции. И после этого проводилась перфузия, и после этого эта кровь возвращалась к пациенту. И, естественно... Вы кровь забирали через селсевер или в гемоконах? Ну, я как в качестве ремарки, мы отказались от селсевера, отказались от него, потому что мы получаем только форменные элементы, плазму мы не получаем обратно со всеми ее компонентами, поэтому мы перешли на забор в гемоконах и по окончании перфузии, после снятия жгута, возвращали все обратно. Возвращали обратно. Мы на это получили патент. И еще патент получили, да. И еще вопрос в отношении... Подхожу ближе. Но я говорю громко, могу еще громче. Я понял, что это относится к Тимуру Кабаевичу. Да, а еще, Тимур Кабаевич, вопрос в отношении проведения перфузии у подростков. При саркомах мягких тканей. Свыше 16 лет, Георгий Иванович. И применяете ли вы однократно или двух-трехкратно? Это вопрос такой скользкий. Георгий Иванович, вы имеете в виду подростков именно? Подростков, именно подростков. Подростки свыше 16 лет, так меньше 16 лет. Ну, это не аксиома, но 16-летние могут быть как... То есть 15-летние могут быть как 18-летние. Опять здесь такой дифференцированный подход. Но мы применяем так, что пациентам, перфузию проводят пациентам свыше 16 лет. Спасибо. Вот.